Подведение итогов конкурсов на лучшую организацию по охране труда и состязание «Умельцы Брещины» всегда проходит очень насыщенно и масштабно. Традиционно найти в зале свободное место крайне непросто. Поболеть, поддержать своих коллег со всех районов приезжают представители организаций и предприятий. Поддержка лучших специалистов в отрасли была и остается приоритетным направлением для профсоюзов. Поэтому к конкурсу «Умельцы Брещины» всегда повышенный интерес. Это те люди, которые показывают пример другим, как надо работать. И благодаря таким людям наша Брестская область и наша страна добивается высоких результатов. Спасибо им огромное за их труд. Конечно, растет профессиональное мастерство, мы это видим, и мы, конечно же, поощряем и награждаем наших лучших профессионалов. В почетном наградном списке победителей конкурса «Умельцы Брещины» 28 фамилий. Дипломами и призами областного состязания награждены учителя, связисты, представители сферы культуры, страхования, лесного, коммунального и газового хозяйства, строительной отрасли и агропромышленного комплекса. В числе номинантов и сотрудники Беларусьбанка. Несмотря на специфику работы учреждений, здесь созданы все условия для развития профессионалов, а их поддержка является в том числе и прерогативой профсоюзов. Подтверждение тому – мощная первичная структура на предприятии. Стал работать с людьми, и мне это работа с людьми сейчас нравится. Решать их вопросы, помогать в каких-то решениях задач, проблем, подсказывать, как работают те или иные продукты банка. Соблюдение мер по комплексной охране труда было и остается одним из ключевых направлений деятельности профсоюзов. Это достаточно объемное понятие, которое включает в себя как соблюдение элементарных правил техники безопасности самими рабочими, так и информационно-просветительскую работу с людьми. Деятельность общественных инспекторов по охране труда, мобильных групп. Список тем для совершенствования этого направления можно продолжать достаточно долго. Самое главное, что постепенно в важности такой работы все больше проявляют заинтересованность руководителей на местах. А это и есть залог успеха. Что касается охраны труда, конечно, это самое главное, наверное, у нас направление нашей работы. Это жизнь, здоровье, безопасность наших людей. Поэтому спасибо тем нашим профсоюзным активистам, которые работают в этом направлении. На сегодняшний день вообще этот вопрос актуальный. Мы особое внимание с администрацией и профсоюзным комитетом уделяем охране труда. У нас довольно обширно работает комиссия по охране труда, общественная комиссия по охране труда. У нас 18 общественных инспекторов, которые непосредственно каждый день мониторят. История конкурса в рамках деятельности профсоюзного движения будет продолжена, так как есть те, кому это важно, интересно, нужно.